спасибо за ваш ответ. Был недавно создан уже закон, уже даже, если я не ошибаюсь, и Путин подписал, то, что иноагенты, которые признаны иноагентами, не смогут зарабатывать на территории Российской Федерации. Что вам можете на эту повод? Не совсем так. Они не могут зарабатывать размещением рекламы. Причем, если какое-то предприятие попытается разместить у них рекламу, оно будет достаточно серьезно наказано. Прочие виды заработка пока не запрещены. Почему так? Иностранный агент – это тот, кто активно занимается политической деятельностью и в то же время получает из-за рубежа финансирование, обеспечивающее эту деятельность. Конечно, имеет смысл добиваться, чтобы этот источник финансирования был у них единственным. Но это не всегда возможно. В конце концов, среди иностранных агентов есть вполне творческие люди. И хотя, конечно, предубеждения вредно влияют на творчество, но некоторые из них еще способны делать что-то полезное. Поэтому, если, скажем, реклама – это прямое влияние на общественное мнение, и, соответственно, от рекламы их лучше отстранить, то, скажем, я бы не стал запрещать им печататься и торговать своими книгами в нашей стране. Другое дело, что когда на обложке указано, что книга написана иностранным агентом, число желающих ее купить резко падает. Ну, тем не менее, иностранный агент вполне может действовать за пределами, так сказать, политического поля. Кроме того, надо иметь в виду, что некоторые виды деятельности этих иностранных агентов сами по себе, по другим, так сказать, линиям запрещены законом. Скажем, если известно, что данный человек переводит часть своих доходов на финансирование террористической организации «Украина», то это поддержка терроризма, и, соответственно, те, кто обеспечивает ему получение дохода в нашей стране, тоже оказываются на положении поддерживающих терроризм. И это уже явно незаконное деяние. Есть и многие другие виды деятельности, которыми значительная часть иностранных агентов занимается и которые законом запрещены. Поэтому лично я считаю, прежде чем писать новые законы, надо сперва проверить, в достаточной ли мере используются уже существующие. Ну а если не используются, знаете, до революции в каждом суде за столом судьи было так называемое зерцало, треугольная призма, на сторонах которой написаны изречения императоров, связанные с правоохранительной деятельностью. Одно из этих изречений принадлежит Петру Алексеевичу Романову, известному как Петр Великий, в суе, то есть бесполезно, законы писать, коли их не исполнять. Поэтому, еще раз повторю, прежде чем принимать
новые законы об иноагентах, надо проверить, в какой мере исполняются старые законы, касающиеся конкретных видов их деятельности.